На телеканале «Беларусь-4» Гомель новости спорта, в студии Максим Савин. Здравствуйте. Баскетбольный клуб «Гомель-Сош» поборется за 7-е место женского чемпионата Беларуси. Наши баскетболистки накануне уступили во втором матче утешительного турнира «Брестской Виктории». Соперником «Сожа» в серии за 7-ю позицию чемпионата будет столичный «Горизонт-2». Первый поединок команды проведут в Минске 7 апреля. Ответный пройдет в Гомеле 14 апреля. В Гомеле и Речице параллельно проходят очередные туры Славянской баскетбольной лиги. В областном центре состязаются девушки, в райцентре – юноши. Участие принимают команды из Беларуси, России и Болгарии. Возраст спортсменов – 13-14 лет. Нынешний сезон – 15-й в истории Славянской баскетбольной лиги. За это время в состязаниях приняли участие дружины почти из десятка стран. Четвертый этап соревнований завершает предварительную часть. Впереди решающие финальные игры. Время такое у детей, когда они уже подходят к старшему возрасту. И помимо опыта уже должен быть результат. Это, естественно, все команды приехали, я думаю, и не только за опытом, но и за результатом. В областном центре соревнуются команды из Гомеля, Борисова, Скиделя, российских Санкт-Петербурга, Тулы, Московской области и болгарского Бургаса. Кстати, для баскетболисток Гомельского областного центра Олимпийского резерва по игровым видам спорта концовка нынешней недели будет непростой. Параллельно со Славянской баскетбольной лигой 5 и 6 апреля девушки будут проводить матчи детско-юношеской баскетбольной лиги. Там также настает пора решающих поединков. Гомельчане выиграли награды открытых республиканских соревнований по прыжкам на батуте памяти заслуженного тренера Беларуси Валерия Вагеля. Состязания проходили в Витебске. Денис Волынцев, выступая по программе мастеров спорта, занял 3-е место в индивидуальных прыжках. Виктория Галузина и Антон Казакевич выиграли серебряные награды. Спортсмены выступали в индивидуальных прыжках по программе кандидатов в мастера спорта. Удачно сложился для представителей нашего региона второй день чемпионата страны по боксу. Турнир, напомню, проходит в Гомеле. В следующий раунд пробились Юлия Апанасович, Галина Бруевич, Анастасия Бушенкова, Алина Вебер, братья Рамил и Эмил Алиевы. Оксана Закревская, Андрей Мельников и Артем Турбинев своим соперникам уступили. Сегодня предварительные поединки продолжились, завтра полуфиналы. Начало в 15:00. Поединки чемпионата Беларуси по боксу проходят во дворце игровых видов спорта. На этом пока все. С новостями спорта вас ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4».